Я рад всех приветствовать, кто заглянул на канал Blender 2.8. И вот сегодня такая темка, как сделать посуду, то бишь тарелку. И именно побыстрее, да? Ну, все хотят сделать что-то быстрее. Если не нужно каких-то там наворотов, еще что-то, говорю, обычная тарелка. Погнали. Так, тема у меня стоит The Brush. Жмем «Делить на кубе». Клавиши здесь в боку. Заходим в Add, находим Surface, находим Noobs Circle. И вот у нас получается вот такой вот кружок. Единица на Numpad. Опять же повторяюсь, Numpad — это типа типа калькулятора под правой рукой на клавиатуре. Теперь жмем вот эту вот клавишу Move. Ну, на всякий случай пусть будет. И жмем Shift-D. И опускаем вот эту часть вниз. Щелчок левой кнопкой мыши. Опять же жмем Shift-D. Дублируем. Опускаем ниже и жмем английскую S. Все это дело мы уменьшаем. Ну, где-то вот так. Щелчок левой кнопкой мыши. И опять же Shift-D. Делаем дублирование. Опять же опускаем щелчок. И делаем дублирование Shift-D. Опускаем еще вниз вот так вот и уменьшаем опять же S английское. Делаем чуть-чуть ее поменьше. И немножко можно приподнять. Ну, так где-то. Так, теперь щелчок вот на вот этот вот цикл, кружок, и опять S немножко уменьшим до цела. И можно, наверное, еще продублировать. Делаем Shift-D и поднимем его чуть-чуть вот так вот кверху. И немножко S расширим. Сделаем побольше вот так вот. Щелчок левой кнопкой мыши. Теперь Select Box. Это все дело А английское нажимаем, выделяем. И жмем Ctrl-J. Все это дело объединяем, делаем одним целым. Так сказать, все саптулы делаем вместе, соединяем. Теперь заходим в табуляцию, нажимаем в Edit Mode и жмем клавишу F английскую. Вот у нас получилась вот такая прикольная быстрая тарелка. Переворачиваем теперь ее вот так вот. Снимаем щелчок левой кнопкой мыши. Жмем английскую B, выделяем вот этот квадратик и нажимаем S английскую. И все это дело можно вот так вот вытягивать и соединить. Щелчок левой кнопкой мыши. Вот такая быстрая тарелка. Ее можно, конечно, сделать и по-другому. Просто так, это дело тогда давайте уберем. Жмем Delete на клавиатуре. Так, в Object Mode зайдем. И выделенная тарелка. Жмем Delete. Ну, для начала так, пардоньте, я ее, наверное, сохраню. Файл. Экспорт в формате Ops, и потом она мне, возможно, еще когда-то пригодится, чтобы 100 раз ее не делать. Если здесь у вас высветилась красная вот эта, где надпись название файла, просто жмете плюсик, здесь добавляется единица, и жмете экспорт. Все, вот теперь она сохранена. Теперь мы это все delete удаляем и попробуем все это дело другим способом сделать. Заходим в Add, находим Mesh, находим, допустим, ну вот опять же можно циркл взять, вот такой только. И теперь переходим в Edit Mode, жмем S, уменьшаем все это дело. Теперь жмем английскую E и экстрадируем кверху, вот так вот. Вот такая получается часть. Так, можно теперь переключиться на трансформ, им удобней. Ну и опять же жмем E английскую. И вот так все это дело поднимаем чуть-чуть повыше. Вот где-то вот так. Щелчок левой кнопкой мыши. Жмем S. Немножко вытягиваем. Вот так вот. Опять же жмем E. Опять же приподнимаем.
Вот так. И жмем S. Чуть-чуть вот так можно ее увеличить. Вот такая штука получилась. Низ, конечно, большеватый, но можно его еще немножко уменьшать потом. Так, ну и надо это все дело теперь закрыть. Щелчок левой кнопкой мыши. Теперь жмем ребра. Вот эти вот. Shift A. Нажимаем Shift A. И вот так все это дело у нас выходит. Теперь мы можем сделать E английскую и нажать S. И немножко вот так закрыть. Опять же жмем E, опять же S и опять закрываем вот так. И можно нажать английскую F. Все, вот такая получилась тарелка. Здесь можно еще лупы добавить. Лупы находятся вот здесь. Loop Cut. И можно теперь еще немножко добавить для усиления вот так вот лупов. Вот такая получилась прикольная тарелка. Теперь можно сделать модификатор добавить. Жмем Add модификаторы, добавляем. Жмем Subdivision Surface. Вот так все выглаживается. Здесь у нас уже усилилось. Вот такая получилась тарелка. И напишите что-нибудь под видео или поставьте восклицательный знак. Все, всем пока.